Пьер нарцисс русский. Нет. Тут да. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Ну, это, ну, нет, это не так, во-первых. Во-вторых, там, и перебирается еще огромный Новгород, знаете, где находится? Да. Нет. Да. Нет. Ну, это, ну, нет, это не так, во-первых. Во-вторых, а Донбасс? Да. Нет. Путин братоубийца? Да. Нет. И Путин может быть ярким таким исключением из правил? Да. Нет. Я разделяю все то, что было сказано Путиным 22 февраля за деньги, потому что я кремлебот, потому что мне позвонили из администрации президента. Это может нравиться, это может не нравиться людям, но я хочу, чтобы они понимали, что это чисто воды правда. Да. Нет. Я это человек, который очень на большое количество вещей взглянул по-новому, в частности, я по-новому взглянул на пьеров-нарциссов. Мы являемся наследниками пьеров-нарциссов. Кто-то говорит, что пьер-нарцисс – это православный государь. И наводнение из пьеров нарциссов. Это позволяет как раз православие делать. Это говно, блядь, сука, блядь, сука, блядь, сука, блядь, какого хуя, блядь, блядь, сука, жопа, блядь, горит, что пиздец, блядь, я просто нахуй не могу, блядь, сука, падла, блядь.